В Москве появится российско-китайский научно-технический инновационный центр. Работать он будет в технопарке Строгино, где сегодня состоялось подписание этого соглашения. Речь идет о том, чтобы помочь московским компаниям выйти на внешний рынок, приобрести партнеров в Китае и предложить там свою продукцию. В свою очередь, китайские предприниматели также заинтересованы в совместных разработках с нашими учеными. Мы рассчитываем на то, что таких соглашений будет достаточно много, особенно в сентябре месяце, когда более 450 технопарков приедут в город Москву на ежегодный форум технопарков мира, где мы рассчитываем, что мы проведем более 3000 подобных переговоров. Планируется, что научно-технический центр займется развитием китайско-российского сотрудничества в сфере высоких технологий и наукоемких разработок.